Певно, що ще всі пам'ятають минулорічну головну ялинку і ті емоції, які були пов'язані із її оригінальним виглядом. Який же сюрприз на нас чекає цього року? Мої колеги-журналісти побували на Майдані Незалежності і дещо вони вже дізналися. 30 тонн. Именно столько в этом году будет весить главная елка страны. Сейчас это всего лишь каркас, но уже через пару недель это будет 35-метровая красавица. А пока... Специально для программы «Утро с Интером» мы поднялись на второй этаж главной елки страны. Здесь производится сейчас монтаж пятого этажа. И где-то над нами еще будет смонтировано в общей сложности еще 10 этажей. Над установкой почти в круглосуточном режиме трудятся не обычные рабочие, а монтажники-высотники и промышленные альпинисты. Ну вот карабинчик с оттяжечкой и через балку. Что чувствуете, устанавливая главную елку? Да ничего, в принципе, такого. Работа, обычная работа. А возможность поучаствовать в процессах, которые войдут каким-то местом в историю. Нам пообещали, ко дню Святого Николая елка засияет яркими огнями. Общая мощность елки будет порядка 10 киловатт максимальная. Но для примера, кто не понимает, кто не знает, то это 5 утюгов будет потреблять такую же мощность, как вся эта елка. Елки, это ж какая красота будет! Осталось набраться терпения и немного подождать.